Итак, всем снова привет, с вами Макс, это канал 7 Dive Game Channel. Сегодня мы будем смотреть на новое обновление по игре Tram Sim. Что у нас здесь произошло за изменения? Во-первых, наконец-то добавили долгожданную русскую локализацию. То есть теперь у нас все переведено на русский язык. Возможно, конечно, присутствуют какие-то незначительные где-то недочеты, но это касаемо именно перевода, поэтому если, опять же, вы где-то что-то нашли, отправляйте либо в группу ВКонтакте по этой игрушке, либо напрямую через сайт разработчикам. Вот. Также добавили новое время года, зима, то есть зимой у нас теперь деревья будут голые, на лужайках, тротуарах, крышах лежать снег. На самих дорогах, конечно, естественно, он будет растаян, но на обочинах будут лежать сугробы. Также добавлен новый сценарий Рождество. Не знаю, правда, как это все будет выглядеть. Может быть, сегодня посмотрим с вами на это все. Также добавлено новое рождественское специальное информационное табло. В общем, много еще чего здесь добавлено. Прям целый список. Весь перечислять я его не буду. Естественно, там добавились какие-то фиксы, не фиксы. В общем, кто хочет посмотреть весь список, можете спокойно зайти на сайт. Точнее, не на сайт, а в группу ВКонтакте. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Ну что, давайте будем смотреть, что у нас тут с локализацией и со всем остальным. В менюшке, естественно, все пока у нас, ну, классно, переведено все без всяких каких-то помарок, причем даже по шрифту, то есть все хорошо, все норм, никуда не вылезает. Снежный эффект мы можем вообще отключить прямо в меню, галочка здесь у нас справа внизу в углу есть. Так, что у нас здесь по меню? Здесь перекраска управления. Туториал, Tram Challenge. Здесь есть какие-то задания, можно выполнять. Кстати, скорее всего, здесь у нас есть... ну, это у нас и является, наверное, Рождеством. Но мы здесь, наверное, не будем выбирать. Так, мультизадание у нас. Соревнования, короче, ладно. Пока я здесь не вижу Рождества почему-то. Возможно, где-то оно в другом месте. А, вот может быть здесь можно выбрать. Открытый мир, поездка по расписанию. Направление движения выбираем. Так, сезон вот здесь можно настроить. А, вот у нас Рождество, в принципе. Ну, давайте Рождество поставим. Ну, и всеми нами нелюбимый ковид-режим воткнем. Ну, начнем. Давайте, наверное, поставим что-нибудь вечернее такое. Посмотрим на все, как у нас выглядит ночью. Так, еще бы вспомнить, как здесь это все управляется, конечно. Вроде не должно быть чего-то сложного. Да, вот у нас и темно стало. Сейчас мы выйдем как раз, посмотрим. Это не будешь открываться? Ладно. Сейчас мы откроем тебя. Так. Здесь, по-моему. Да. Вот так вот у нас выглядит зимний режим, соответственно. Текстурки снежные. Снег на крыше, кстати, лежит. Да, снег на крышах лежит. Деревья у нас голые. Звезды даже мерцают. Ну, это вот облака, видимо, из облаков. То есть, как бы все красиво, все классно. Исправили они еще освещение. Ну, подправили яркость фонарей. О, еще уровень достичь для переключения штанги. Почему-то голоса до сих пор какие-то звучат, хотя NPC я не вижу. Ладно, не будем томить, поедем. Главное нам сейчас еще попасть сюда. А, ну все просто, легко. Так. Открываем двери. Так. Тень у нас вроде нормально включена. В салоне свет горит. Сейчас попробуем. Да, все, автоматический тормоз у нас отпущен. Поехали. На табло, по таблу я еще не разбирался, не смотрел, как его здесь настраивать, этот ибис. Если разберусь, то, естественно, подскажу, расскажу, как, что, кого. Сейчас мы доедем до первой остановочки, ну и посмотрим, как в целом у нас выглядит зимний вариант города, ну и, соответственно, рождественский этот сценарий. Но почему-то у нас... На остановках... А, вот всего лишь один человек стоит.
И, кстати, вот добавили им утепленный вариант одежды, то есть зима. То есть у нас теперь NPC ходят в одежде в утепленной. Чтобы не замерзли, все правильно. Но и при этом соблюдает масочный режим. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. У нас какой-то почему-то на Ибисе что-то двигается. Возможно, какой-то баг надо будет обязательно написать разработчикам. ППС более-менее стабильный, так что, ну, подправляют они немножко оптимизацию. Хотя она, как бы, в принципе, и изначально была довольно-таки в хорошем состоянии. У нас NPC-трамвайчики катаются. Но есть, присутствует атмосфера зимнего города, это хорошо. Возможно, даже найдем какие-нибудь где-нибудь украшения городские. Я надеюсь, этот светофор не до нас, поэтому мы немножко до платформы протянем. Ну, даже практически идеально остановились, судя по очкам. Какие-то слишком громкие голоса окружающего мира. Ну, лично я так считаю. Так, светофор вроде как раз-таки у нас нормально может ехать. Löwengasse. Umsteigen zu 4A. Ну, даже различные маски уже появились у людей. У кого-то обычная маска, у кого-то черненькая. Прикольно. Что-то у чувака с руками проблемы какие-то были. Hetzgasse. Да, конечно, Лотус уже после этой игры оказался далеко позади. Потому что здесь постоянно происходят какие-то обновления, и причем глобальные такие. Немножко мерцают, конечно, текстурки. Страшного. Что у нас? Radetzky Platz.
Umsteigen zu O. In Richtung Praterstern. Стой, чувак. Единственное, конечно, не хватает каких-то, скажем так, маркеров остановки, потому что некоторые моменты ты просто тупо проезжаешь. Так же, как со светофорами, такие же иногда проблемы. Просто ты, грубо говоря, едешь с определенной скоростью, и светофор замечаешь уже непосредственно, когда ты его проезжаешь. Я имею в виду светофоры, которые исключительно, ну, трамваи, то есть вот эти вот маленькие, сверху обычных. Успеем проскочить? Да, успеем. А вот тут уже нет. Поворотничек. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Raxstraße. Немножко резко получилось остановиться, конечно. Переборщил. Могли бы, кстати, сделать нашего машиниста трамвая в какой-нибудь новогодней шапочке. Кстати, забагались у нас почему-то пассажиры. Стоят там, не хотят выходить. А мужик все-таки зашел. Так, ну сейчас, наверное, до следующей остановочки доедем и, в принципе, такой краткий обзорчик сегодня закончим. Julius Karlplatz. Umsteigen zu 2. Тут мы вообще, по ходу дела, не попали ни в какую точку, либо забагались. В общем, опыт нам не начислили. Ну, в общем, на этом все. За просмотр огромное спасибо. Ставьте лайк, либо дизлайк. Подписывайтесь на канал. Будем следить за всеми новостями в данной игрушке, да и во многих других театрах. Всем пока!